супер такое ощущение, как будто в баню попал. Друзья, покажу вам сейчас. Мы летим с такой скоростью 789 километров. Высота. И осталось нам еще лететь 9 часов и 14 минут. Вот мы вот здесь сейчас находимся. Или вот здесь вот можно посмотреть. Вот мы летим 49 минут, еще осталось 9 часов и 14 минут лететь. Сейчас увеличу карту. Вот туда вот мы летим. Здесь можно фильмы смотреть. Поиграют, для детей есть. Вот о полете информация. Как раз здесь мы с вами и находились. Он подходит уже. Доброе утро всем. Так, Куала-Лумпура. Осталось 55 минут. Вон самолет показывает. Тут аж зашкаливает. С Турции, как мы вылетели с Стамбула. Вон мы все летели, всю Индию пролетели. Над Таиландом пролетали. И вот уже приближаемся к Куала-Лумпуру. Я на своей трубке уже перевел время сингапурское. Местные пульты вмонтированы. Вот с этой стороны он как пульт управления телеком. Нажимаем вот эту кнопочку, чтобы он выскочил. Давай, нажимай сильнее пальчиком. Не бойся. Вот, вытаскивай. Вот. А с другой стороны, там клавиатура. Покажи с другой стороны, что доча. Поверни этот пульт. Вот, там джойстик для того, чтобы в игры играть, да? Давай тебе подтяну сильнее. Вот так. Достаточно будет? Так, бери джойстик, разворачивай в другую сторону. Вот, кнопочки. Скажи, как ты играешь. Рыбкой. Вот эта игра. Нужно этой оранжевой рыбкой. Вот, поймай сердечко. Поплыви, сердечко поймай. Вперед нажимай на пульте. Если ты вверх нажал, это назад. Ну ладно. Опа, тебя рыбка скушала, да? Еще раз. Нужно от них уплыть. Вот так вот уплывать нужно. Вот молодец. Это мы сейчас в Куала-Лумпуре. От аэропорта во второе здание ведет такая электричка. Для того, чтобы получить багаж, нужно проехать. Смотрите, сейчас я покажу вам все. Куала-Лумпурский аэропорт. И вот мы по этим вот рельсам, по этому мосту едем сейчас за нашим багажом. Вы там видели объявление, что через 13 минут первая сумка поступит на конвейер, на ленту. Друзья, короче, мы взяли сейчас обед, все вечером сели в автобус вот такой. И этот автобус нас по Куала-Лумпуру. О, пальмы, как почти как в Сочи. По этим закоулочкам идти на местную станцию метро, я так понял, Subway. И уже оттуда мы будем искать пути, я так понимаю. О, смотрите, там люди отдыхают прямо на земле. Уже оттуда мы будем искать возможность добраться до острова Пинанг. Андрюш, не кидай на пол. Мы вроде бы определились с тем, как нам добираться. Вот наша станция. Терминал. Автобусный. И оттуда уже будем ехать. Мы настолько торопились, думали, успеем, не успеем на автобус. Ну, по идее, успеем, у нас даже еще 10 минут есть. Смотри, вкусные. На что похоже по вкусу? На наггетсы. На наггетсы похоже по вкусу. Где вкуснее, в самолете или здесь? Здесь. Здесь вкуснее, да? Такая обычная еда. Какой-то обычный кафешка. Вкуснее детям, чем в самолете. Хорошо. Идем наш вопрос. О, у нас подошел. Это настоящая мама. И то и мясалка. Где? О. И пугалка. Приехали в остров Пинанг.
На что похоже? Сейчас идем мы к месту нашей ночевки. Сейчас я покажу место, где мы снимаем отель. Это место нам порекомендовали по интернету. Ну как, я зашел в Кыргызстанский, вот называется, Noble Hotel. Hotel Noble. Hi. Okay. All okay. Здесь можно постираться, всякие причиндалы, прессоварка. У нас наш как бы маленький номер на втором этаже, к нему ведет вот такая вот лесенка. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Я вчера здесь пользовался интернетом, общался с родителями. Здесь вот наш номер. Там у нас немножко бардак, наверное, потому что мы утром быстро-быстро выходили на такси. Кстати, заходите. Извините, что не все убрано. Такой вот небольшой номер. Только лишь вентилятор. Нет кондюка, ну, в принципе, и не нужен. И вот такая вот небольшая душ-кабина. И здесь умывальничек. Отдыхают, занимаются своими делами. Мы вот пластилин еще в России купили. И вот Коля занимается творчеством. Колечка, это кого ты делаешь? Скажешь, ну, мы уже догадываемся. Мелкие. Это маленький обзор по нашему гестхаусу. Сегодня поднимаемся. Вот наша комната. Здесь у нас еще помещение. С номерами такими. Это у нас lavatory. And bathroom. Здесь мойка. Помыть. Здесь кабинки туалетные. И здесь еще номера. И спуск вниз. У нас посмотрим, что за вид здесь. Так вот поднимем. Азия. Куча мотоциклов. Ручку давай, доченька. Яблочко, держи, я у тебя так за ручку. Не хочешь? Сейчас мы перейдем дорогу. В этой кафешке сзади мы обычно кушаем. Мы уже там завтракали, обедали и ужинали. Нормально вроде бы. Не хочешь яблочко? Давай. Ну давай маме.